Сенатор Соединенных, как никогда прежде Штатов Америки, Билл Хагерти, обрадовал простых жителей, но не своей страны, а как раз Евросоюза, где его вроде никто, если честно, и не избирал. Цитируем подарок от большого американского дяди пенсионерам Старого Света. «Если Китай будет вести себя так же агрессивно, как и Россия, то мы лишим их главного торгового партнера в лице ЕС. Европа ведет сокрушительные санкции». И это прекрасно. С какой стороны ни посмотри, согласитесь. Во-первых, от самых последних и самых сокрушительных санкций против России ЕС до сих пор нормально очухаться не может. Ребята полтора года наказывают и изолируют Москву, а рецессия пришла ровно в зону евро. И так как хорошо точно больше не будет, плюс планов, кроме как прыгать и скакать на 360 градусов, у товарищей нет, наше с кисточкой, что называется, некогда богатым бюргером. Однако есть ведь и еще во-вторых. А это все про то, что гражданин с территории прекрасной 250-летней американской демократии ведь что заявляет? Что Штаты почему-то примут решение за Европу, если им не понравится, как себя будет вести Китай. А США не понравится, потому что Пекин ясно дал понять, где он видел мир, основанный на правилах. И стало быть, Европу явочным порядком даже не предупредили, а поставили перед уже сделанным выбором – вам конец. Ведь очевидно, КНР не будет сидеть и смотреть на недружественные действия ЕС на ровном месте, а у Старого Света с Поднебесной сильно куда как более тесные отношения, чем с Россией, после замеса с которой, повторимся, Евросоюз уже накрыло финансовым цунами. Но есть и хорошие новости. Когда нет денег, вопросы про демократию, права трудящихся носить короткие носочки для мужчин отходят сильно на второй план. В общем, это точно не конец истории.